the good girls you take out for dinner. Уже в Лиге нации следующего года 5 остальных путевок по рейтингу FAVB будет распределяться по континенту. Уже в июне следующего. Ну что ж, Турция очень уверена. Lemen Servinsan'da ile karşıladık. Ebrar'la hücumdayız. Çapraza döndü Ebrar. Savunmadan top dışarıda. Ebrar'la bir... Вчера картинки, что из Таллина, что из Монцы, практически пустые трибуны. Но тут мы понимаем. Потому что это все-таки игрок больше для защиты, для приема. Надо иногда все-таки атаковать. Вот как раз защита в ее исполнении. Турция фаворит в этом матче. Ну а как оно будет? Будем вместе с вами смотреть прекрасный первый розыгрыш. Здесь мы видели... У Турции тоже небольшая паника в страховке. Правильно, что оставили без блока, иначе Каракурт бы попала по рукам блокирующих. И какой мяч тащит сейчас Гизем. Здорово, здорово. Турция, конечно же. Петрине забить невозможно. Каракурт. А здесь все возможно. Сами себя мальчика кулланды. Ханде Машете. Эбрала хюжунды. Эбрала. Составы. Польша сейчас подает номер 95, центральная блокирующая Магдалина. Команда вот к матчам такого высокого качества. И, собственно говоря, сюрпризов-то никаких. Это обратная замена. Да, не получилось тут поднять. Опа! Еще один шансик. Каракур! 16-11. Страхир сервисы кулланды. Ханде карşıladı. Cansu Bas. Ebrar ucunda. Ebrar Karak. Лиса с подачи польского капитана. Каракурт было низко, вот явно было. Да, мяч летел по такой странной. Еще второй ярус. Слушайте, а по эйсам-то какое преимущество итальянок? Запись качественных. Джансу на пас Эбрара. Эбрар ужунда. Эбрар. Сай Эбрар. Фоллер, да, вот он как раз сейчас на подаче, так что Андерсон третий номер
получает свое место в третьей зоне. Посмотрим за первой итальянской подачей. Она мощна, как всегда. Ну и брак ракурт. Главное не разбиться. Брак перехватывает. Даже то, что летит не в нее, а еще помогает и тем, кто принимает рядом. Ну как здорово. Savunmadan çıkarıyor Mertan topu. Şimdi Strahir yüksek topu Gizem Örge aldı. Şansu'dan pas. Ebrar ucunda. Ebrar bit. Это тоже будет помощь на задней линии. По сути, сейчас два лидера играют. Вот как раз принимает Айкач. А в атаке Каракурт. Ну, тут если бы еще и... Папа баскетболист, мама играла гандбол. Но сама она выступала за российскую сборную. Открытые для атаки, а именно пытаться этот мяч сохранить, но она рисковала и выиграла. Интересно, Лукасик сейчас на передней линии. Джон Фузбай, сайбисти. Фантаз пас. Фонаберва, плёк, я дебар. Второй сет только в самом начале. Да, игра очень высокого уровня и такой высокой интенсивности.